Всем привет. Играем в игру, продолжаем. У меня последняя контрольная точка в болоте, по-моему, была. Сейчас посмотрим. Нам надо вон туда идти. Вот сюда куда-то. Вот они. Опа, я не заметил даже. Стоит так никчемно. Ух ты, попал. Ах ты, зараза, появился новенький. Все, отлично. Так, что у нас здесь? Насос стоит какой-то непонятный. Понятно, туда не пробраться. Туда не пробраться. Вот наверх можно залезть. Сейчас залезем, посмотрим, что тут. Так, здесь ничего интересного тоже нету. Спускаемся, идем дальше. Это я оттуда иду. Мне вот сюда надо идти. Ага, вон дверь. Вход в какое-то непонятное здание. Пещера, что ли, по-моему, какая-то. Ко мне трое подключились. Перемещение невозможно. Игрок еще не присоединился. И что, мне к камню, что ли, бежать? Вы что?
Так, а можно их как-то... Во. А, он просто подключался еще, я понял. Какой-то из чуваков. Во время подключения нельзя перемещаться. А когда он уже подключился, можно. А вот и контрольная точка. Чё, погнали. Так, нам вообще тут куда надо двигаться-то? Я так предполагаю, чуваки типа знают. О, очко таланта дали. Таланты. Я прокачиваю вот эту штучку. Выносливость. Такс. Здесь нет прохода. Здесь они уже все разбомбили. Эй, чуваки, вы что как быстро все делаете, блин, я даже не успел. Оставили мне. Бочку одну. Ех! Нифига себе! Я что-то даже и не понял. Фига, он телепортируется как-то. Спасибо. Это кто такой был-то? Охренеть, я что-то даже не понял, блин. Блин. По течению все. Так, а вон там что есть? Куба! Ни хрена себе! Ты какие-то чуваки, блин. Так, а вот здесь-то что? Я так и не понял. На меня там напали.
Все, бежим, бежим дальше. Блин, здесь столько проходов всяких лазеек. Чего другого игрок ожидает? Эх! Попался. Фига, он с первого раза завалил его. Какой-то крутой дядя был. Мне 5 талант дали. 5 эту штучку покачиваем до 10. Прикрой меня! Ой, ой, сори, сори, я по своему шмаляю. Не могу остановить кровь. Некуда класть. Некуда класть. Амулет мясника. Чё-то нету. Это, наверное, кто-то другой забрал. Я так думаю. Чё, кто, где вы? Так, а вот здесь что не обследовали? Ага. Йо! Все отлично. Я думал, честно говоря, мне кранты. А это кто такой? Так, они уже всего наверх побежали. А, фига, удерживаешь удар, и он типа очень сильный, мощный становится.
Я к вам бегу, чуваки. Сейчас, подождите, я металлоломчику собираю. Все, бегу. Да все, все, бегу, бегу. Чё стрелять-то? Истекаю кровью. Ты что делаешь, эй? Мудила. Взял по мне, стреляет. Все, теперь можно перемещаться. Я думаю, попозже будем перемещаться в блок 13. Так, ага, здесь сейчас босс, походу, будет, да? Нифига себе, язва. Зараза. Ай-яй-яй. Он меня завалил. Эй, дружище, помоги мне. Сосуд со слизистью какой-то дали. Истекаю кровью. Проблема. Так, от коррозии, вот у меня какая-то коррозия. Бегу, бегу. Да, благодаря этому чуваку так быстро прошли этого босса. Я, блин, точно в одиночку не успел бы, не смог.
Идем, идем. Мы сейчас так и добежим до этого. Как его, блин, я забыл, короче, как его зовут. Но, по-моему, сердце его надо. Мне его сердце. Сердце зверя, по-моему. Блин, точно не помню. Вот, да, но найти болотного зверя надо будет. Так, вообще, ага, вот здесь вот прошли, понял? Я все понял. Так, а если вон туда бежать? Тут ничего нет, понял. А вон туда нам не надо? Ну давай, ладно. Так, теперь туда вон надо, да, нам? Да. Ух ты! Сколько здесь разного добра. Хедшот. Вылез. Оба. Так, мне опыт дали, надо прокачать. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай сейчас еще раз. Да, я умер. Где этот чувак? Помогай мне. Вон он бежит. На помощь ко мне. А, он из этого арбалета стреляет. Гляди-ка, может, в натуре его тоже попробовать с этого арбалета. Сейчас попробую поменять вот на этот арбалет. Ох.
Ах ты, зараза. Погоняем тоже с этим арбалетом. Так, кто здесь? Ешь ты, какой дядька-то злой. Завалили, обалдеть. Так, а нам куда надо-то? Пойдем вниз. Вон туда. Или нет, или он туда. Пойдем, пойдем сюда. Что-то мне не нравится этот арбалет. В том числе мне больше нравится. Ай-яй-яй. У этого дробаша еще больше урона, чем я думаю. Эх. Сто 95 урона. Да он самый крутой здесь дробаш. Отлично, бежим дальше. Мне вот этот дробовик понравился. Кажется, откуда он? Быстрее, быстрее, льюзай. Отлично. Все вроде собрал, вроде все. Ага.
Понятно. Так. Все, выходим отсюда. У меня, кстати, здоровья что-то мало. Поправить, да. Оба! Ну все, стрелялся. Серьезно? Ты кто такой, дядька? Нифига, он достал меня. Обалдеть. Еще один талант открыт, отлично. Патроны везде лежат, надо патроны пособирать. Так. Модификатор вот на этот надо установить. Промазал. Офигеть. Ай-яй-яй-яй. Прыгай. Блин, все равно меня завалили. Ну, ты жесть, конечно. И талант дали. Так. А вот здесь что наверху есть? Надо глянуть. Вон еще патроны лежат. Ха. Некуда класть. Завалил ее.
Чувачочек убежал. Ну ладно. Погнали. А, вон там что-то лежит сверху. Подожди-ка. Кажется, у меня проблема. Фили что-то я получил. Вот он задолбал меня, блин, постоянно стрелять. Помогай со мной собирать. Таланты. Таланты, смотрим. Повышает урон по уязвимым местам. Давай прокачаем. Все, бегу. Задолбал. Что за чувак, блин? Валит меня постоянно. Гоу. Контрольная точка, отлично. Меняться. Береги себя. Весь наш малый удалось добыть для меня корни. Прими этот дар, дитя. Отлично. Жизнь дорогого стоит, дитя. Сейчас я еще там улучшение сделаю. Что? Что? Надеюсь, оно того стоит. Коррозийная руда аура. Здесь создает 10 метрах ауру, которая движется вместе с заклинателем. Создадим, чтоб, как говорится, была. Все, закончили. Чтоб, как говорится, было. Рад тебя видеть. Конечно. Да.
Да, дробаш тут, блин. Пока. Отличное улучшение получилось. Так, что у меня в рюкзаке теперь? Божественный нектар. Все было. Материалы.